И, к слову, Юрий Каспирович, в своей статье «Бит будет при любой погоде» вы написали, что на высоте и вежливое культурное обслуживание, порядок в столовой, где сделан косметический ремонт, обновлено необходимое кухонное оборудование, даже есть возможность, помыв руки на месте, их обсушить при помощи специального прибора. Часто ли такое увидишь в сельских столовых? В наш-то век нанотехнологий в Республике Беларусь, наверное, не часто.